Всем привет! Вы очень давно просили снять влог с Джеки, и я наконец-таки решилась. Сегодня мы поедем в небольшое путешествие. Мы не поедем далеко, буквально там 100-150 километров от Минска. Но прежде чем мы отправимся на встречу приключениям, нам надо заехать на почту, забрать для Джеки небольшой подарочек. Что мы заказали, я покажу вам чуть-чуть попозже. Джеки, это тебе подарочек. Подарок для Джеки. Забота о питомцах. Отлично. Да, Джеки, это тебе. Заехали на заправку перекусить. Остановились вот в такой вот беседочке. Джека, как обычно, ждет Федю. Джек, где Федя? Уже идет. Джекушка, запрыгни, пожалуйста, сюда. Стой, где ж ты его уже подцепила? О, маленький еще совсем. На, Джеки, клещ. Все, кушайте. Приятного аппетита. Ой, Джека, нельзя на стол лазить. Ты что? Джек, слезь, пожалуйста. Джекуня, а ты далеко собралась? Нет, недалеко. Стой, у тебя, по-моему, еще на лапе клещ. Точно, вот это да, блин. Сняв с собаки еще 3 клещей, мы отправились дальше. Все, поехали, Джек. Джекушка, ты уже знаешь, куда мы подъезжаем? Ты узнаешь места? Я тебе не говорила. Это сюрприз, мы заедем на дачу. К Оксане и к Вадиму заедем. На 5 минуточек. Спишь за рулем? Чуть-чуть. Рядом. Рядом. Сидеть. Можно. Она Вадима ищет. Где Вадим? Я обещала рассказать, какой подарочек мы заказали для Джеки. Ну, на самом деле, это не совсем подарочек, это скорее мы заказали для себя, но все-таки немножко для Джеки. Сейчас я покажу. То есть это не так, чтобы совсем прям подарочек. Джека, тебе интересно, что это, да? Противоблошиная расческа. Но такой расческой хорошо расчесывать собаку и проверять, нет ли на ней клещей. Так вот расчесываешь. Она говорит, что очень хорошо работает. Джекушка, иди сюда. Иди сюда ближе. Я надеюсь, я правильно делаю. Может, конечно, надо против шерсти? Ну-ка. Нет, против шерсти вряд ли. О! Во, работает. А, это муравей. Не клещ, но муравей. Я вычислила муравья. Два ряда. Зубчики не острые. То есть, ну, мне кажется, классно. Главное разобраться, как это делать.
противоблошиная расческа работает и против клещей. Ну вот, теперь можно ехать в путешествие. Вообще, мы планировали поехать просто в лес, но по дороге увидели кое-что интересное. Оказалось, что именно в этом месте 26-27 июня 1944 года шел страшный бой за переправу. В память о подвиге советских солдат и решили воссоздать участок фронтовой полосы. Говорят, что этими орудиями с помощью систем наведения можно и сегодня управлять. Кроме огневых позиций, здесь можно увидеть также бронеколпаки, траншеи, землянки. Тут темно, очень вряд ли что-то можно будет увидеть. Но, тем не менее, здесь вон несколько столов, стулья, кровать. Посмотрели, и теперь мы можем ехать дальше. Жекушка, вот мы въехали в лес, оздоровительный лагерь и имени кого? Тосебенови, непонятно кого. Сейчас главное, чтобы мы в лагерь-то не уперлись. Джекушка, сейчас побегаешь. Ну, как побегаешь, в такую жару особо не побегаешь, просто походишь. Ну, по крайней мере, не на привязи. Так, там, по-моему, да, детский лагерь, домики какие-то. Сейчас посмотрим, куда дорога уходит. Некуда нам ехать дальше. Ай-яй-яй. Так, ну что, разворачиваемся. Сейчас там на въезде вроде как было, можно было куда-нибудь там съехать, поставить машину и погулять. Оздоровительный лагерь. Я знаю, это оздоровительный лагерь имени Заслонова. Паровозик нарисован, Заслонов. Иди гуляй. Ай, какая тут Джеки будет красивая. Давай я тебя сфоткаю на фоне травки. Не хочешь? Идем сфотографирую. Я знаю, ты не любишь фотографироваться. Но надо же сделать фоточку в Инстаграм. Мы не грызем такие палки, плюнь. Молодец. Джека, стой, очередной клещ. Нет, да, клещ. Ой-ой, а где собака? А где? В ямке. Джека в ямке. Ой-ой. Ой, там прохладно, да, Джека? Прохладно, влажно, хорошо. Ага, венок сломался. Ну, фотосессию мы успели сделать. Еще давай. Давай. Джека, что ж ты делаешь? Оно еще в земле. Бобер? Джек, эта сухая палка еще в земле. Вот, не в земле. Нет, хочет этого. Ну и ух, оставайся. Бежим, быстрее! Опача, кто бросил палку? Ха-ха! Право. Лево. Да. Джекушка, пить будешь? Ой, ты моя девочка, притомилась. Домой поедем.
Уже домой поедем. Все, Джекушка, твое короткое путешествие на сегодня закончилось. Пьем водичку, прыгаем в машину и домой. Пей водичку. Реклама. Святой источник. Подпишись на мой канал, и ты узнаешь все о воспитании собак и кошек. Я рассказываю про разные породы и помогаю выбрать питомца именно для тебя. Со мной в команде работают ветеринарные врачи, кинологи, грумеры и даже зоопсихологи. Подпишись.